La mulți ani, înainte, statalitatea moldovenească. Чтобы, ну, расцветала. Я это очень желаю всем. Терпения, здоровья и мира. И найти консенсус, самое главное. Вот если будем, найдем общий язык, у нас будет все хорошо. Здоровье. Если будет здоровье, будет все. Это я желаю всем. Любите вы цара, вените акасы. Și ca și autoritățile noastre să-și îndrepte privirile spre popor, să le facă condiții frumoase ca lumea să rămână acasă. Că avem o țară frumoasă și avem cu ce să ne mândrim. Поздравляю всех граждан нашей страны с днем независимости и желаю всем быть здоровым и любить свою страну. В день независимости я пожелал нашей стране, чтобы царил мир среди людей, работали законы, которые очень хорошие, кстати, в нашей стране, просто они не работают. Я пожелал, чтобы людям стало лучше, жилось лучше, начиная от детей до пенсионеров, чтобы жили лучше. И, конечно, в этой христианской стране, чтобы люди научились жить правильно, делать добро друг другу, старались любить друг друга, потому что в этом заключается смысл одной хорошей стране. Мне, допустим, кажется, что лучше, чем в нашей Молдове, нет нигде. День независимости отмечает сегодня Республика Молдова. И очень надеюсь, что выходной праздничный день для вас не повод долго спать. Наоборот, чем раньше проснетесь, тем больше информации успеете получить. Вы уже слышали поздравления от жителей нашей республики. У нас тоже специальная праздничная программа с нашими поздравлениями. И в протяжении всей программы мы будем посещать места, знакомиться с людьми, которыми гордится наша республика. Действительно, у нас огромное количество всевозможных и достопримечательностей, каких-то культурных особенностей, которыми Молдова по праву может гордиться. И на этом сегодня мы сделаем основной акцент. Но это не значит, что из программы пропадут традиционные рубрики. Все прямо остается. Прямо сейчас передам слово Айсулу Ахимову. Нумерологический прогноз ждет вас.